Всем привет! Итак, правое заднее крыло замена, дверь замена, переднее крыло и капот тоже поменяем. Итак, машина уже у меня в мастерской. Переднюю дверь поменял владелец, также он вытянул двигатель. Левое переднее крыло отремонтирую, лонжерон и остальные внутренние детали тоже будут заменены. Для этой работы владелец привез все детали. Ладно, давайте начнем ремонт. Итак, машинка установлена на стапель. Сначала разбираю. Итак, передок разобран, теперь вытягиваю правую сторону. Итак, с вытяжкой я закончил. Теперь удаляю весь поврежденный металл.
Мятый металл удален, теперь подровняю несколько вмятин на машине. Последний удар молотком. Необходимые детали я возьму с донорского куска. Теперь у меня есть все необходимые детали. Примеряю эти детали, выравниваю соединение, свариваю. Все размеры в порядке, свариваю.
Итак, сварочные работы закончены. Теперь крашу правый лонжерон. Итак, покрасочные работы закончены. Ремонтную часть обливаю антикором и затем устанавливаю детали переда. Итак, работа с передком закончена. Теперь замена заднего крыла. Но сначала я вытяну это ребро.
Теперь удаляю заднее крыло. Итак, крыло удалено. Крыло с донорского куска примеряю. Примеряю, проверяю и выравниваю места соединений. Последняя подготовочка и устанавливаю крыло. Потом проверяю зазоры и свариваю.
Сварочные работы закончены. И работа с металлом тоже. Чистый металл замазываю грунтом. Теперь устанавливаю все детали задом. Но пересборкой все полости и порога обливаю антикором. Моя работа закончена. На эту работу ушло 63 часа. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!